Привет! Среда маленькая, пятница, значит, настало время сделать превью первой части аудиокниги «Джек из тени». С видеоредакторами я работаю нормально, с 3D-редакторами не работаю вовсе, поэтому в этом трейлере придется лицезреть меня от начала и до конца. Начнем. В мире, где свет и тьма имеют четкие границы, где смерть не всегда значит конец. В мире, где любовь, дружба, страх и ненависть идут рука об руку, есть герой, способный решить исход целого мира. Номинации на премию «Хьюго» и «Локус» 72 года. Роман, ставший легендой. Роджер Желязный. Джек из тени. Первая часть уже выйдет в пятницу, поэтому подписывайтесь на канале на YouTube, подписывайтесь на Пикабу, следите за обновлениями. Части книги будут выходить каждую пятницу на моем сайте halfblind.ru, поэтому прошу вас, заходите туда, нажимайте специальную кнопку и слушайте, качайте, поддерживайте, комментируйте наконец-то. Именно так мы с вами сможем добиться лучшего результата. Увидимся в пятницу.